Netflix! No, Netflix! Nach einer sehr langen Battle-Rap-Pause bin ich jetzt wieder da. Und ich habe diese Pause ernsthaft gebraucht, um einfach mich zu erholen, aber auch um meine Gedanken zu sortieren, damit ich mich so ein bisschen mehr darauf konzentrieren kann. Ja, und natürlich in dieser Zeit, wo ich nicht da war, sind viele Battles rausgekommen. Und ich werde alle Battles nicht nachholen, sondern ich werde so gesehen an die letzten Battles anknüpfen. Ja, und wir fangen heute an mit 140 BPM. Nikita versus Kukish. Das werden wir uns auf jeden Fall zusammen mal anschauen und anhören. Ich habe mitbekommen, dass jetzt 140 BPM Otto leitet. Falls ihr nähere Informationen habt, wieso das so ist, ja, wieso Otto jetzt 140 BPM übernommen hat, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt auf dieses Battle. Ich muss eines schon zugeben, ich kenne Nikita nicht. Ja, Kikush habe ich schon öfters mal gesehen. So. Dann lass uns das mal anhören. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Музыкой, пишешь тексты и давно интересуешься, как проходит работа на студии. Рэп слепую — это уникальная практика обзора студии звукозаписи, которая покажет весь процесс создания песни с нуля. Вместе с этим поможет вам, как артисту, определиться с местом записи вашего трека. Приглашайте на вашу студию, и рэп слепую сделает обзор вместе с вами. Ссылки в описании. Победитель батла в конце. Да, диджей Бирдус, дайте шум ему. Победитель батла в конце батла получит от наших партнеров JT, ювелирной компании, вот такую штучку. Да, так что... Но мы это еще обсудим. MC слева, представься. Кукиш с Хаслом. Ich hoffe, diese wunderschöne Kette ist wenigstens echtes Silber. Но мы это еще обсудим. MC слева, представься. Кукиш с Хаслом, Екатеринбург. Всем салют. МС справа от меня, представьте. Никита Мастяк, Минск, погода, огонь. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wer überhaupt dieser Nikita ist. Ja? Ich interessiere mich sehr jetzt derzeit für neue Battle-Rap-Menschen. Ich habe noch nie was von ihm gehört. По итогам жеребьевки первый раунд начинает Никита Мастяк. Встречаем! Ай. Вот этот челик-повар. Я буду бэтлить тебя на твоем языке. Ай. Hä? Ich habe so das Gefühl, ich gucke mir mittlerweile nicht mehr Battles an, sondern Koch-Instructions, ja. Ich weiß, bei Kubuk MC war das ja genauso mit diesem, mit diesen ganzen Kochlines und so. Okay, aber interessant. Ай, пьяная вишня, пряная тыква, политый бирбланом лососьной шапки цукини, неаполитанская пицца, запеченный кальмар со спаржей в соусе из меда и сладкого чили. Ай, говяжьи щеки в демигласе и чипсы. С пюре из сладкого батата гарниру, паста песто с кедровым орехом и стречителлой, посередине приукрашенная алой клубникой. Я горячий чел, если я в цеху, это горячий цех. Я снимаю шкуру и жарю эту курочку, натираю маселком румяненькие булочки. А у тебя не было секса, не пизди, ты видел жопы только когда резал огурцы. Так что облежи мою колбаску, он такой тупой, что для роста пьет растительное масло. Чё? Братишка на страховках, он не повар, но у тебя сидит на заготовках. Вы жесткие, как близнецы Соломанка, но я бы так не рыпался на лысого парня. Ай, и вы не Сид и Рэм, вы Чип и Дейл. Это гены, у вас бельчата на роду, ты же вылитый мультяшный бурундук. Нет, маленький повар с ебальником. Ты блядь, яу. Искусство это Мона Лиза, тогда мое искусство это стерео Никита. Мы с Пондроповым ебашили пиво на скорость. Хуйня микси ебашит скорость на пиво. Только в обморок не падай, я зову тебя
уходишь со стакана. МС за корпораты получают знаки доллара. Ты за корпораты получаешь ставку повара. Твой рэп сладкий, как сахарный сироп. Я размажу тебя, как плавленый сырок. Натру тебя на драники, малой. О чем ты, я могу весь вечер батлиться едой. 23 батла, и ты все равно неизвестный. Егор, ты не повар, ты жертва. Скажу тебе по секрету, все эти 23 батла тебя готовили мне на съеденье. Мальчишка, раунд! Это был первый раунд. Okay, es waren ein paar sehr gute Punchlines mit dabei, muss man ehrlich zugeben. Ja, ein paar gute Punchlines waren da. Allein schon, du siehst nur die Hintern von den Gurken, die du schneidest. So. Oder das mit die Line mit Palm Drop-Off war einfach. Ist guter Part. Guter Part. Ich finde den Beat stark. Starker Beat. Никита Мастяка, как вам? Отвечает ему первым раундом Кукиш с Хаслом. Йо. Окей. Йо. Кто такой Никита Мастяк? Песни попел, теперь домой пинком до Минска под зад. Не лезь в батл рэп, но только помни, ты здесь косяк. Ебучку пол ногой, и сука, ваших лиц не узнать. Я в BPM-е дикий, хэты, снейры, кики. Ваншот, вантейк, и будто бы здесь не было Никиты. Какой опасный додик, это не было паста новой. Дядя бы тебя так воткнем, ты войдешь в землю, как астероид. Я бы тебя разъебал, только сделай мне навстречу лишний шаг, 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 шаг. Дайте мне его убить, дайте ра-та-та, где так лучше шат, 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 шат. Компенде, я номеро уно, я вообще молчал с тобою. Говорила пуля, это вы как так, 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 команду вы назвали круто. Погода огонь, тогда дядя иди погуляй. Ебать ты лысый пацик, я не знал. Ему, мол, стой, задонатил 22 рубля. Всю Никитину музыку нужно выкинуть в мусорку. Делаю по-по-по, это не Тити или Пузика. Ты никто против выпадов от моих шуток. Оставшиеся волосы выпадут. Твоя жесткая лысина, это тема, наверное. С тобой тёлкам удобно, ведь на башке всегда зеркало. Вот тебе факт, тебе не хотят видеть. Выдавай так, хотя бы до половины, чтобы докачать зал. Покажу Никите, как надо читать. Надеюсь, ты извлек урок. Мы жмем курок, тулек у ног и мордой в пол, чтобы пиздеть. Вообще ты кто такой? Никита Мастяк. После шума на семнашке ты притих и размяк. Посмотри-ка сюда. Мы оба батлили с шумом, и это правда, дебил. Но между нами одна разница. Я победил. Раунд. Шум респ. Uff, beide stark. Beide sehr starke Runde. In der ersten Runde hatte, ich glaube, Nikita einen ganz kurzen Aussetzer, ja. So einen ganz kurzen Flow-Fehler. Bei Kikusch finde ich diesen Gesang ziemlich schlecht. Also bitte lass diesen Gesang weg, ja. Textlich gesehen, beide ziemlich stark. Punchlines ebenfalls auf gleichem Niveau, finde ich, zumindest in der ersten Runde, ja. Dass er sich über Menschen, die glatzköpfig sind, so wie ich, lustig macht, ja, dass die Glatze ist wie ein Spiegel, wisst ihr, ihr versteht, was ich meine, ja. Also die Punchlines sind schon alle verständlich, das ist schon mal gut. So. Erste Runde, wow, also man kann sich darüber streiten. Man kann sich darüber streiten. Ich finde aber, die erste Runde in meinen Augen war Kikusch überzeugender. Как вам первый раунд, Кукиша? Продолжает вторым раундом Никита Мастяк, дайте шуму! Achso, was ich noch eines erwähnen muss, was mir so auch nicht gefällt, ist von Kikusch diese Gangster-Rap-Attitude. Also der macht ja so mehr so Gangster-Rap-Texte und ich finde sie beim Battle-Rap nicht so stark, ja.
Ай. Все, шутки в сторону. Это дрил, нахуй. Ай. Дрил! Ай. Я. Мой район собачий приют. Мужину кидает утюг. Я не... Дрил! Дрил! Ай. Все, шутки в сторону. Это дрил, нахуй. Ай. Ай, я, мой район собачий приют. Мужину кидает утюг. Я не отвечал за слова, ведь я не базарил хуйню. Который час, я не ебу, но тебе спать пора, карапуз. Как долгут, я не ведусь, я белорус. Его зовут Егор Балаев. Нет, ты гортавый Егор Базанов. Рэп — это игра, ты хуёво играешь, Егор Башаров. Ты 23 батла давишь, но выходит плоско, будто с полароида. И думаешь, что зародишь на 24-м, но это дохлый номер, эй. Ты жалок, тебя даже брат чурается. Когда ты рождался, он пихал тебя обратно. Твоей маме нравилось. Вы оба придурки, но лишь у тебя прическа резбухи. Эй, я пью виски голо без колы. Ты сосёшь худоги без булки. Смотри, вот это мой middle finger делает выгу-выгу. Ты похож на лесбу, непонятно какого ты пола. Тинки-винки, это слэшер? Я ебашу подростков? Чиперс-криперс. Кукиш-зверь, тогда я выебу это животное, как мистер Пиглс. Я твоя большая проблема, зови меня Питер Гриффин. Нас с тобой сравнивать, это как Уилла Смита и Тильду Суинтон. Ты белорусский стиль, упакованный плотно, как чипсы Принглс. Вот это мой middle finger, и он делает выгу-выгу. Я музыкален, как Рэнди Ньюман, горячий, как Фредди Крюгер. Сияю, как Брэдли Купер, и дарю сияние, как Стэнли Кубрик. Красивый, как Эштон Кучер. Ты под каблуком Эштон Кунис. Мама набирала на мобилу до обеда, говорила, что побил его Джейсон Вурхис. Я поколоко, стиль горячий, как Бора-Бора. После батла со мной ты будешь носками наружу, как Моджо Джоджо. Я докажу тебя, о-то-то-то. Ты будешь морить, о-то-о-то. Хуёвый повар, я прот. Слово противень, ты прот. Слово противень, эй! Мой район собачий приют. Я не отвечал за слова, ведь я не базарил хуйню. Который час я не ебу, но тебе спать пора, карапуз. Как долгут, я не ведусь, я белорус. Минск! Пизда тебе! Пизда тебе! Бич, was für eine Energie! Was für eine Energie, what the fuck? Ich muss erstmal eines hinzufügen, der diese Songs bearbeitet und die Videos macht. Ich küsse deinen Kopf. Das ist wirklich gut gemacht. Das ist meiner Meinung nach so Battle Rap in einer anderen Ebene. Schaut euch mal Battles an aus England oder USA. Das ist immer noch so wie vor 20 Jahren, die Battles. Das hier ist geil. Das ist neu. Für mich ist das anders. Ich mag das. Ist gut. Round. Эй, йоу, это был второй раунд, Никита Мостяка, как вам? Отвечает вторым раундом Кукиш с Хаслом! Блять, ёбаный дрил. Из какой ты залупы нашел его? Только за день за живое. Приедь на район и в район живота на живое. Я вижу тут как тяжело им. Молотов контент в твой дом залетел. Молотов коктейль. Парень, ну куда? А он тут лап. Вот мой готов куплет. Сегодня вы вряд ли останете живы. Пишем под камнем наскальная живопись. Ёбаный в рот. Нахуй на этом бите нужен ёбаный дроп. Тебе хочу настучать по башке, будто ёбаный дождь. Зачем на бите эти ямы? Хочу тебя ёбнуть. Я все еще жду этот ёбаный гон. It's my time. Тебе сейчас в голову летит панчлайн. Я бы тебя даже не заметил, будь на месте этого беда. Хотя бы хоть какой-нибудь гайм. Ай-яй-яй, я тут пила, давай поиграем. Этот пес не попадет в рай. Хоть и сегодня тут отлетает. Мастяк потечет, как мастика. Старичок на носилках. Забыли?
За участие спасибо. У тебя заела пластинка. Стих не стилька, нет и не видно. У тебя Влади из касты. У меня в падике пацаки в голову кастет. Как лего на блоке. Братики со мной, как будто семейное фото. Пошлю в Беларусь тебя в черном пакете до дома. Поедете вместе со смоуком. Будто мороженка шарите. Кладу на вафлю свои шарики. Басую эту звезду, будто Нинси и Шаолин. Мои пацаны жестко флексят. Позвали девчонку домой. У них пивко, алкоголь. Скоро подъедет Аленка с фольгой. Вот это кто ты такой? Еще на батлы ты сунешься? Вряд ли. Дядя, на мне эти булочки, будто бы я поскользнулся в пекарне. Ты тут попел, но тебя не заметят. Я у мамы второй, но я, мать его, первый. Ты тут попел, но тебя не заметят. Я у мамы второй, но я, мать его, первый. Раунд. Это был второй. Окей. Ich weiß gar nicht, von was ich anfangen soll. Ich denke, von Textdichte sind beide gleich. Aber die Energie hat Nikita hier transportiert. Also Energie hatte Nikita. Kikuch passt nicht auf ein Drillbeat, das hört man auch. Das ist nicht sein... Nicht sein, seine Beats, würde ich so sagen. Also ich war von Nikita viel mehr begeistert. Wie gesagt, textlich sehe ich hier kaum Unterschiede. Ja, es gibt sowohl von Nikita ein paar Punchlines, Kikuch hat ein paar Punchlines, aber die Energie fehlt bei Kikuch. Ich sage, Nikita holt sich die zweite Runde. Somit steht es für mich jetzt unentschieden. Завершающий раунд от Никиты Мостяка. Дайте шуму. Yo. Also jetzt wird's interessant, zumindest für mich, weil jetzt muss das Gesamtpaket stimmen. Oh, hey. Auch ein guter Beat. Ja. Boah, dieser Anfang. Ай, я свеж, как электрическое дыхание Зевса. Мой каждый куплет, как в голове застрявший мачете. Я в Питере, мама, приветик, теперь я тоже батлер, как Джерард. В моей руке нож, и я проколю собачье сердце. Ай, я музыка, это спорт. Каждый раз, когда я иду на рекорд, я иду на рекорд. Мне, чтобы читать, как ты, надо не перестану дышать гелем. Тебе, чтобы... Jedes Mal, wenn ich... auf Rekord gehe, gehe ich auf Rekord. Okay. Читать, как я надо стать рэпером. Ай, я урику, мы болен этим, у меня гены. И мне не надо ваш гёбаный музыкальный лейбл. Уверен, это моя стайный сектор, это моя лаборатория. Битов или командный центр. Там эти бары я выделываю пачками. Я такого накидываю миллионы за вечером. Могу даже не дышать, будто я закончил академию вагенного ныряльщика. Куром на смех, ты выдумал имя себе Крукиш с хаслом. Придумал классно, игра слов, ну такая, где юморная, блять. Ты же тут по фану, шутки ради, угораешь конца. Ждешь, когда поведут на бары, нальют пивас, и как круто, правда? Сука, я тут впервые, и я доселе не бэтл-рэпер. Но я знаю, что это больше, чем цепи, деньги и бренд одежды. Смысла нету в вордплеях, если за ними нету идей. А, тебе есть что сказать, тогда покажи мне, где твои треки. Рэп — это артист, рэп — это не только про текст. Не можешь поставить голос, не вылазь из дома, гострайте по псе. Походить на вокал и попеть, но тебе либо поебать, либо лень. Так зачем? Оставь это тем, кто готов за музло по характеру одеть. Ты не трушный, ты сладкий, ты не кукиш, ты мякиш. В Беларуси ты сядешь за цвет одежды. Приезжай, я покажу тебе асл. И пускай это не мой удел, вращать игру, меняя стандарты. Но я точно не один из тех, кто ее каждый день вращает обратно. Похую на развитие личности, меня волнует развитие. В минусе печь ты не вывезешь, у меня в паспорте имя, фамилия, стрит, кредибилити. Делай так, и поебать, что вены горят. Рэп — это яд, у меня вены горят. Но это тебе не понять. Das war jetzt Real Talk von Nikita. Wow, was für eine Energie. Was für Energie, was für ein Real Talk. Also das muss erstmal Kiku stoppen. Wird schwer. Das weiß ich, dass es schwer wird, weil Kikuch ist nicht so ein Kandidat, der so eine Energie hat. Belarus! 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 Belarus!
Это был третий раунд Никиты Мостяка. Как вам? Отвечает ему последним раундом Кукиш с Хаслом. Дайте шуму. Раз, раз. Йоу. Учился на актера в типе, правда есть это. Сегодня ты сыграл на мне это батл рэпера. Ты рэп-звезда, актер, но тут послушай. Ты пришел сюда, значит ты нахуй никому не нужен. Чувак, ты батлил на слово Минск. О май год, най! Mit dieser Punchline hat er sich selbst gerade gefickt. Also will Kikusch jetzt uns sagen, alle die, die auf die Battle-Plattform gehen, das sind die Kandidaten, die keiner mehr braucht, dann zählt der Kikusch sich selbst dazu. Diese Punchline war nicht gut. Типом, который футболку задом наперед надел. Типа, это вот в принципе по поводу твоего батлового опыта. Он победил. Йоу! Бибемба, Тарса, Акапелла, дядя, поверь, я еще на максимум не делал. Но, возможно, сегодня настанет это время, так что будь готов, мы сегодня закапываем тело. Загадывайте, где он с дебютом, но Никита, пока ты тут, буду люто ненавидеть. Тебе мимо головы летают пули на вылет, и почему-то бы как один, они все только с твоим именем. Если честно, на тебя тут времени даже нет. Песенки писал, пока мы делали бэтл рэп. Ну куда ты полез? Сразу на меня, ну ты не сдашь, это тест, а я выше на голову. В панике забиты Никита, и помогите, ну кто-нибудь. Убиваю биты, ты не видел такого тут. Такому любителю я в жизни не проебу. Такое есть качели, сериальчик. Ты там охуенно сыграл. Он чуть не убил чувака с пистолета. Ебать, мы там все хохотали. Ты не интересен ни капли. Я тут как Месси в Майами. Каждый твой день репетиция смерти. Тебя уже сверху позвали. Актер пиздатый ты был, но тебе сегодня не придется притворяться убитым. На асфальте мы оставили валяться Никиту. Остановите майк демонов, кто-нибудь помогите. Ты батлила слово Минск. Лучше бы им поубавить тон. Отодвину тебя назад. Ты вернешься к началу слова, как палиндром. Раунд. Йоу, это был третий. Wie ich gesagt habe, Kikusch kann diese Energie nicht transportieren. Kann es einfach. Nikita war einfach besser in der Energie. Er hatte viel mehr Energie als Kikusch. Viel mehr Energie. Auch diese Doppel-Time von Kikusch war sehr merkwürdig, irgendwie sehr komisch. Ich würde sagen, es ist 2-1 für Nikita. 2-1 für Nikita, Nikita gewinnt. Weil einfach der dritte, die dritte Runde von Nikita ist einfach sehr interessant. Lass uns mal einfach noch mal die dritte Runde uns mal anhören. Diese Energie ist Wahnsinn. Wahnsinn. Yo. Ey. Ja. Ай, я свеж, как электрическое дыхание Зевса. Мой каждый куплет, как в голове застрявший мачете. Я в Питере, мама, приветик, теперь я тоже батлер, как Джерард. В моей руке нож, и я проколю собачье сердце. Ай, я, музыка — это спорт. Каждый раз, когда я иду на рекорд, я иду на рекорд. Мне, чтобы читать, как ты, надо не перестану дышать гелем. Тебе, чтобы читать, как я, надо стать рэпером. Ай, я уригум и ворен, этим у меня гены. И мне не надо ваш ёбаный музыкальный лейбл. Уверен, это моя стайный сектор, это моя лаборатория. Битов или командный центр. Там эти бары я выделываю пачками. Я такого накидываю миллионы за вечером. Могу даже не дышать, будто я закончил академию военного ныряльщика. Курам на смех, ты выдумал имя себе Кукиш с Хаслом. Придумал классно, игра слов, ну такая, где юморная, блять. Ты же тут по фану, шутки ради, угораешь конца. Ждешь, когда поведут на бары, нальют пивасы, как круто, правда? Сука, я тут впервые, и это сели не бэтл рэпер. Но я знаю, что это больше, чем цепи, деньги и бренд одежды. Смысла нету в вордплеях, если за ними нету идеи. А, тебе есть что сказать, тогда покажи мне, где твои треки. Рэпер — это артист. Der hat so einen kleinen, also ähnlichen Flow wie Schum, würde ich sagen. Ja,
ähnlich. Hört euch das einfach an, es ist gut. Das ist wirklich gut. Rap это не только про текст. Не можешь поставить голос, не вылазь из дома, гострать им вообще. Походить на вокал и попеть, но тебе либо поебать, либо лень. Так зачем? Оставь это тем, кто готов за музло по характеру одеть. Ты не трушный, ты сладкий, ты не кукиш, ты мякиш. В Беларуси ты сядешь за цвет одежды. Приезжай, я покажу тебе асол. И пускай это не мой удел, вращать игру, меняя стандарты. Но я точно не один из тех, кто ее каждый день вращает обратно. Похую на развитие личности, меня волнует развитие в минусе. Печь ты не вывезешь. У меня в паспорте имя, фамилия, стрит, кредибилити. Делай так, и поебать, что вены горят. Рэп это яд, у меня вены горят. Но это тебе не понять. Тебе не понять. Ich glaube, ich habe schon eine richtige Entscheidung getroffen mit dem 2:1 für Nikita. Es ist stark. Ich würde gerne mehr von ihm sehen. Ich hoffe, wir werden mehr von ihm sehen. Sein Flow ähnelt sehr stark Schum. Ich hoffe, euch hat dieses Battle gefallen. Ja? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Yeah. Newschool-Schlampen sind auf Maniküre Lux. Haben mehr Farben auf den Fingern als auf Packung Fruity Loops. Gucci-Tiefe wie auf Fashion Week. Klamotten Second Deal. Sie tragen Bodybag im Wert eines Happy Meals. Durek, Bandana, Gang Clips, Montana. Cash, Money, Flow und G-Band von Blendern. Deine Daytona ist leider fake. Deshalb kommst du zu all deinen Shootings zu spät.